Вот так вот я беру ножичек, обыкновенный ножик, делаю ограничитель из пальца. Вот так. И аккуратненько-аккуратненько прохожу по кругу цилиндра, чтобы снять нагар. Хотя тут его не так уж и много. Прохожу здесь вот старую, остатки старой прокладки. Сейчас буду все это снимать. Видите, что творится. Головка снята. Вот я мало-мало почистил здесь. Видите, вот это место, вот, посвечу, оно вроде как немножко темновато по сравнению с другими. Ну, то есть, если здесь вот она вот светлая, прокладка прижималась, здесь тоже более-менее светлая, а здесь вот стемна. Сейчас посмотрим на саму головку снизу. Опять же, вот она, это место. Видите, какая черная дорожка углеродная. То есть, скорее всего, между цилиндрами прогорело. И вот в этом месте в масло могла попадать охлаждающая жидкость. Вот про что я говорил, когда разбирал. Вот, теперь надо эту головку почистить, снять с нее распредвал и замерить. Замерить вот эту плоскость. Скорее всего, ее надо будет шлифовать. Иначе компрессии нам не видать. Ну, сейчас надо мне ее распредвал снять. Вот эти так называемые крепления распредвала или бугеля. Как, я не знаю, как правильно назвать. Здесь ключ на 13. Ух, нифига. Нифига себе. Придется взять хороший вороток. Такой 40-сантиметровый вороток. Тут уже совсем другой компот пошло. Особо не заморачиваюсь, просто откручиваю. Головка нигде не закреплена. Разбираю в простом гараже, без особых приспособлений. Для ускорения сейчас возьму шуруповерт. Головка на 13. Так, где у нас упирается? Их в последнюю очередь, а упираются у нас на третьем цилиндре. Два болта не буду откручивать. Откручу сначала здесь. Так, тут надо открутить один болт и две гайки ключом на 10. Это как бы заглушка. Сюда на старых моделях устанавливался кормлёв на карбюраторах. Ух ты, не могу. Опять придет мне на помощь большой вороток. Что такое? Придется на 6, 6-гранную головку брать. Ну вот, что и требовалось доказать. 6-гранная головка, хотя и плечо вроде у воротка небольшое, но головка держит смертельно, как говорится. Кто-то затянул с таким усилием бешеным. Хотелось бы показать, что я тут делаю. Снимаем старую прокладку. Ну, достаточно мягкая прокладка.
Вот видите, здесь прорезь на распредвалу. Сюда вставлялся трамблер, когда этот движок был карбюраторный. Так. Это наш приподнялся. Видите как? Это именно вот этот вот третий цилиндр. Упирались кулачки в клапана через шайбы, через стаканы. Вот. Поэтому я открутил их последними, чтобы мне легко было открутить все остальные. Это у нас такое? Все это я снимаю. На герметике здесь зависла. Она вот пошла уже, но на герметике ей мешает. Вот он. Вот, видите, герметик здесь. Ну, это по технологии положено здесь. Вот в этих вот стыках герметик. Вот здесь вот. Все, убираем стороночку. Перепутать их практически невозможно, потому что он не встанет на чужое место. Вот он, сальник. Распредвал, смотрим. Распредвал вроде бы не в плохом состоянии. Выработок нет огромных. Вот так. И что у нас тут показалось? А показалось у нас тут вот они, стаканы, в которых лежат регулировочные шайбы. Видите, они так вот легко крутятся во время работы. Они проворачиваются. Как только перестают проворачиваться, так сразу набивает износ. Но я смотрю, здесь вроде бы как все проворачивались. Теперь, чтобы мне не перепутать, я же сейчас их буду вытаскивать, мне нужно точно так же их и вытаскивать. Вот это вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. То есть первый цилиндр, второй цилиндр, третий, четвертый. Точно так же я их буду укладывать. Укладывать, ну, я уже показывал. Вот так вот, нашел я способ все-таки вытаскивать тряпочкой. Вот он стакан регулировочный, здесь шайба. Установлены по порядку. На иномарке я легко вытаскиваю этим пинцетом, но там 16 клапанов и вот эти стаканы поменьше. Это и так хорошо выходит, потому что большие. Вот видно, видите, маленький износ есть, но это вполне себе допустимый износ. Вытаскиваю последний стакан. Толкатель. Опа! Вот так вот тряпочкой вышли прекрасно. И сейчас моя задача немножко здесь вот поскрести, убрать все вот, до чиста. И перевернуть головку и попробовать пролить керосином. Или вайспиритом, без разницы, побежит, не побежит. Вот, почистил мало-мало верхнюю часть головки, то есть места, где прилегает прокладка, крышки клапанов, сальники. Здесь вот сальник запрессован. И теперь я ее переворачиваю. Замечу, что я не выкручивал свечки. Это мне нужно для того, чтобы сейчас проверить герметичность, как сидят клапана. Сейчас я вот сюда залью уайспирит. У меня уайспирит. Ну, лучше, конечно, керосин. Посмотрю, где-то у меня был керосин. Вот видите, головка вся порыпанная. Вот эти вот места. То ли я пытались шлифовать, то ли что, я не знаю. Вот. Залью и посмотрю, что пропускает, что не пропускает. Проверять будем вот таким вот уайспирит. S4-155.
дробь 200. Беречь от огня. Не знаю, что это такое. Сейчас вот вскрываем. Все, вскрыли. Ну и все. Заливаем, смотрим, что у нас получится. Опа. Вот так. Отсюда уберу, чтобы не выливалось и не смущало нас. Ну вот сразу видно, в первом цилиндре, в каком? В четвертом цилиндре уровень понизился, в этих пока стоит. Так, чтобы точно узнать, мы будем смотреть вот сюда. А вот, видите, вот побежала в третьем цилиндре. А вот, кстати, в четвертом пока не бежит. В третьем цилиндре прям протекает. Еще раз протрем. Может быть, набежала сверху, я уж думаю. И вон видно, как, видите, поступает. Вот теперь. То есть третий цилиндр протекает. А те вроде бы неплохо держит. Но все равно я притру все их. Вот. И обязательно надо будет головку шлифануть. Видите, вот эти вот царапины. А вот здесь вообще вон какая выщербина. Вот она. Сейчас я покажу. Вот она. Вот она. Так-то, в принципе, нормально. Здесь перетекает тосол. Не должно быть ничего. Ну, то есть, шлифанется, она немножко уменьшится. Не сильно, но уменьшится. Потом должны вот эти царапины убраться все. Вот эти. Вон они, видите, там прокладка прям в них застряла. То есть, эти царапины были еще... До того, как я разобрал. Да, бежит. И бежит, причем впускной. Впускной. Этот. Ну пусть постоит еще маленько. Все, вот верить я убрал. С камер сгорания вылил его. Теперь немножко вот так вот почистил. В принципе, пойдет. Теперь надо дальше почистить головку. То есть посадочное место под прокладку. Вот, и что мне показала головка? То место, которое я прилегание, видите, какие царапины? Вот эти царапины, вот в них даже остатки прокладки еще есть. Видимо, неудачная попытка шлифовать плоскость. Я не знаю, почему именно такие они. То есть, ну ладно, по всей, а то вот именно вот здесь, вот почему-то здесь. Ну, придет, отнесу, увезу шлифовщикам, что они скажут. Они, естественно, замерят все. То, что ее шлифовать, это однозначно. Теперь только вопрос стоит в другом. Даст ли эффект шлиф? Ее же невозможно бесконечно снимать и снимать. То есть, там, миллиметр-два снять и сделать ровный. Тогда камера сгорания уменьшится и будет... Просто нехорошо, детонация. Поэтому все теперь зависит от того, что скажут шлифовщики. Мне нужно добраться до шатунов, до коленвала. А для этого мне нужно снять поддон. Чтобы снять поддон, нужно открутить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Короче говоря, 16 болтов. Вот, чтобы их открутить, здесь вот два болта, даже три, нет, два, один, два, находится, мешает им вот этот кожух, который закрывает зубчатый венец. Он немножко грязный, я его подковырял, и вот здесь вот должно быть три болтика на 10, одного вот я вижу нету, два, три, два на месте. Для этого я что сделал? Я очистил и приготовил из маленького набора такой вот ключ, головку на 10, шестигранную именно, чтобы не сорвать ее. Оп! Вот так вот откручиваем. Вторая тоже пошла от руки. Второй болт, я имею в виду. Так. Ну и саму крышку эту. Вот так вот. Я еще... Почему снимаю? Видите, зубчатый венец полностью сухой.
А коробка, вот она вся в масле. То есть я так думаю, что здесь вот пробка, вот из этой пробки подтекает. А сальник целый. Ну и все. Еще раз посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Точно, 16 болтиков на 10. Сейчас мне нужно будет их открутить, подковырнуть чем-то под дом, потому что, скорее всего, на герметике, раз его разбирали. Ну и снять. Приступаем к непосредственному снятию поддона. Я вот таким вот большим воротком попытаюсь, сейчас не попытаюсь, а сорву болты, чтобы потом легко открутить их даже шуруповертом. Здесь вот местами грязь собралась. Ну, естественно, почищать надо, потому что просто головка не станет на болтик. Для ускорения процесса я использую вот такой шуруповерт. Уже показывал его. Все болты открутил. Остались на местах кое-где шайбочки. Вот видите? Вот. Сейчас я их буду сдергивать. Желательно их не потерять. Поэтому я буду пользоваться такой вот типа отверткой. Раз. Хоп. Следующий. Они не выпали, потому что кто-то их на герметик присобачил. Зачем, непонятно. Ну и так далее. Шайбочки я снял. Вот. И сейчас мне предстоит отдирать вот этот поддон. Так, здесь должна быть прокладка. Вот. Отдирать мне его, если получится. Ага. Придется сюда вбивать типа что-то острого, ножик, например. Ну, потому что по отвертке же не будешь колотить, да, она и толстая. Хотя бы чуть-чуть приподнять ее. Вот видно, как эти поддон маленько отходит. Но этого мало, надо везде постараться. Вот уже он почти оторвался. Вот он наш поддончик. Вот низ двигателя. Поддон вытаскиваем. Смотрим. Здесь остатки масла, которые не слились. Видите, сколько не сливается масла. Когда замену масла производите, смотрите, сколько там масла еще остается. То есть у вас и всегда старое масло смешивается с новым. Надо более тщательно убирать. Так, посмотрим, что здесь внизу. Ну, здесь все как и должно быть. Маслоприемник. Вот это у нас меряет уровень масла. И вот как раз этот датчик. Вот он. Вот этот вот. Вот этот датчик вот, который меряет уровень. От него провод был оторван. На панели он не работал. Да и не мог работать, раз оторван. Наша задача сейчас открутить вот эти бугеля шатунные, вот эти вот 4 штуки, открутить маслоприемник, ну и вытолкнуть наверх поршня. Чтобы нам добраться до поршней, первым делом отворачиваем. Эх! Жестко завернуто. Придется с карданчиком откручивать. Соорудил такой карданчик. Сейчас буду пробовать откручивать. Можно было без карданчика, конечно, но мешает вот этот маслоприемник.
А вот это место, конечно, без кого на трех болтах держится. Один, два, три. Все, теперь можно воспользоваться шуруповертом. Болты отворачиваются нормально, но тут все в масле. Тут ничего не могло ни закиснуть, ни закипеть, ни прикипеть, ни заржаветь. Так. Вытаскиваем маслоприемник. Тут он, видите, на герметике тоже. Оп. Идет, идет. Оп, вот он. И из него побежало масло. Вот. Еще вот вам, пожалуйста, масло. Говорите или не говорите, говоря, что вот я поменял масло, все у меня новое. Да оно процентов 10 минимум не новое. Вот такие вот дела. Ну, пусть бежит. Тут у меня специально земляной пол, чтобы впитывал все. Я периодически подчищаю. Все это складываю в поддон. Опа! И, конечно, буду разбираться потом. Крышки шатунов у нас перевернуты на гайки, на шестигранник гайки самой, на 14. Или можно по-простому назвать бугель. Вот можно четвертый цилиндр откручивать и первый. Потом повернуть, когда я вот это все сниму, поверну вверх коленвал. Вы сейчас увидите. Немножко неудобно, придется проставку. Вот такую проставку. Это проставка для того, чтобы вот руки не сбить. Потому что если короткое место, я бы вот этими костяшками задевал железо. Вообще, когда я вот этот бугель сниму, этот и этот, на нем должны быть метки. Вот здесь вот сбоку. Сейчас посмотрим. Да, вот там, видите, написано цифра 4. А здесь вот ничего не написано. Или один написано. Плохо видно. Ну вот, чтобы не перепутать. Чтобы не перепутать, я, наверное, сделаю меточки. На четвертом бугеле я набью 4 точки. Набил обыкновенным дюбелем. Заточил дюбель и набил. Ну, можно каким-нибудь керном хорошим. Ну, то есть не колотить со всей силы, а так слегка. Ну, естественно, на первой крышке набью одну точку. Я думаю, видно. Все, теперь можно откручивать и не бояться перепутать. Вот смотрите, бугель открутил на четвертом. И так вот пытаюсь его подшевеливать. Что-то не очень-то идет. Попробую подстучать. Не очень-то. Навернул гайки. Надо мне его с места сдернуть. И вот так вот. Вот видите, пошел. Видимо, на конус они вот так идут. Поэтому почему-то очень, очень туго. Обычно должны сниматься легко. Во всяком случае, на иномарках всегда легко. Ну вот, наконец-то он зашевелился. Я опять гаечки накрутил. Опять по ним слегка ударил. И он стал шевелиться. Сейчас попробуем снять. Так, откручиваем гайки очередной раз. И оп! Вот так вот. Вот так, бугель снят. Вкладыши. Ну, вкладыши более-менее посмотрим. Так. Ну и сам поршень, видите, я его толкаю вверх. Опа, верхний вкладыш полез. Но это не очень хорошо, конечно. Хотя и не страшно. Главное, что он не провернутый. Он просто выскочил из бугеля. Вот сейчас пытаюсь его вытолкнуть наверх. За два этих, за две шпильки толкаю вверх. Так, убираем вкладыш. Есть.
Ну и сюда, наверное, сейчас упрусь какой-нибудь палочкой, толкну, и он мне выскочит наверх. Вот, видите, вид сверху, вот эти два поршня наверху, этот еще я не откручивал, а этот уже вот толкаю, видите, как-то несоразмерно они, уже вытолкнул почти. Нашел я вот такую палочку у себя, печку топлю, сейчас попробую ее толкнуть. Спустился вниз, вот так вот, видите, наставляю. Все, вытолкнул, вот надо быть осторожным, маленько палец ударил, но вроде бы не сбил. Сейчас покажу, что наверху. А наверху вот такая вот картина. Вот он поршень, видите. И теперь я его должен положить на место, поставить бугель на место, вкладыш, потому что, может быть, придется ставить. Замок против замка, то есть замок на шатуне, на самом, и на крышке шатуна. Замок это вот этот. На крышке шатуна он должен быть с этой же стороны, замок к замку, вот так будем говорить. Вот он бугель, видите, цифра 4, и с той стороны было 4. Нет, все правильно, замок к замку, вот видите, замок на бугеле и замок на шатуне, вот он. Сейчас я наживлю сюда эти болтики. Видите, вот моя насечка, ну и кладу в отдельно укромный уголок, чтобы не зацепить, не задеть. Буду снимать следующие поршня. Пока я еще не снимал эти три. Вот смотрите, вид какой. Вон коленвал видно. Ну, сейчас то же самое сделаю с этими. То есть сниму, вытолкну этот поршень, первый цилиндр. Потом опущу эти два поршня вниз. Точно так же разберу и вытолкну их два. Снимать не буду, потому что одно и то же. Вот то же самое я сделал с четвертым цилиндром. Теперь то же самое беру его и выталкиваю наверх. Выскочил поршень. Вот он, первый цилиндр, второй поршень, первый цилиндр. Ну, как видите, износик, износ есть небольшенький, но не критичный, можно сказать. Тоже укладываем в сторонку. Вот так вот выглядят блок цилиндров без двух поршней. Сейчас снизу покажу. Снизу это второй, третий цилиндр. Видите, я их опустил. А здесь вот противовесы уже. Самих поршней с шатунами нет. То же самое я их сейчас сорвал уже. Ослабил гайки. То же самое делаю. Вот, вместе с вкладышем вышел второй цилиндр. Ну, с шатуна вкладыш выпал. Ну и последний поршень. У меня получилось, что третий вытащил. Вот он. То же самое. Кладем его на место. Вот смотрите, у кого есть сомнения, куда ставить замок нижнего бугеля, ну вот этот вот замочек, вот замок называется, то есть поворачивать вот так, или вот так. Тут есть, ну, как бы вам сказать, отпечаток. Вот так вот я укладываю запчасти все, которые пойдут потом вторично. То есть вот здесь вот регулировочные стаканы, толкатели с шайбами 1, 2, 3, 8. Это первый начинается. Вот это первый цилиндр лежит распредвал. Вот это первый поршень с блока цилиндров. Ну, то есть все по порядку. Все здесь уложил. Теперь я вот этот весь поддон, это у меня с пенопласта, по-моему, от холодильника упаковка. Я уже пользуюсь ей несколько лет. Вот так вот укладываю.